Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Мне здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить по ним при регистрации. Также можете вводить мой промокод. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет новая серия. Сначала вы посмотрите нарезочку интересную с админки. Ну а потом я приступлю, так сказать, прикалываться с девушки. Это реально девушка, потому что я слышал у нее голосовой чат. Я немножко с нее поприкалывался, но не переживайте, потом я ей отсыпал денег, там 200 тысяч дал, и ее другу тоже там где-то около 200 тысяч дал, поэтому все хорошо, все классно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Так, пацаны, кто со мной на соточку килограмм? Вот эту штуку я на сотку поднимаю. Самая легкая. Сайран. Пацаны, кто со мной, ну, силу качать будет? Где Виталик? Виталик! Я тебе покушать принёс. Эй, го перезайдём. Это наши, нет, я не в отеле. А у тебя что, лагает? Да. Я не хочу перезаходить. Да что? Видишь, как кататься надо. Что? Кататься, видишь, как надо. Пиздайте маска льдом. Блядь, ну зайди ещё тут. Пиздите его на. Не братан. А, это уже не его, блядь. А, нет. Нет, это его ещё ебашь, ебашь. Братан, ты что гонишь? Пробег 1000, пробег 1000. Макс, да 500. Он... Этот пиздюк Москва, короче, репер написал, меня свепнули сейчас. Москва вообще встретимся, ёбок, пидор ебаный. Он вообще мне 500, о, 2 ляма за 1000 пробег. Да он на меня пиздел то, что выебит меня, блядь, а сейчас только ничего не может сказать, чмошник, блядь, малолетний. Где? Где? Мусор, да, не мусор, а мусор. О, полицай, полицай, вот. Все нормально? Все идеально. Нет, блядь, ты не... я с тобой торгует, смотри. Я тебя забыл, ну у тебя фамилия-то поменяла. Нет, ты ошибаешься. Нет, блядь. Да ты, говорю, ошибаешься, что ты тупишь? Нет, я не ошибаюсь. Да. Это просто, понимаешь, такой странный перекус, пиздец. Паш, я первый попросил. Паш, я первый попросил, можешь, пожалуйста? Ты это, с ней аккуратно, а то может еще подорваться случайно. Тебе трейд дай, да? Да, не надо, она так передается. А... Держи, ты держи, ты только аккуратно. Да блин, я просил же аккуратно. Да я просил аккуратно, но чё вы? Можно с ней поприкалываться, короче, типа, потелепортировать ее машину там туда-сюда. Не знаю, посмотрим, попробуем. Мне кажется, она охуеет просто, ну. Хопа! Сейчас, короче, с ней покатаемся. Блин, я никогда не прикалывался с ней, ну, с админкой просто, ну. А сейчас можно поприкалываться, нихуёво. И как она будет вообще реагировать? А ну я могу её телепортировать вообще? Jet Harry Car 981. Она не укупает, потому что это я делаю. Можно сейчас просто поприкалываться, типа, ну, то что, как бы, я не знаю, в чем проблема. Туда-сюда. Так, 420. Бля, надеюсь, она не обидится. Я, если что, потом ей деньги дам, типа, ну. Я скажу то, что это я прикалывался, но пока они нихера не понимают, они просто едут и все. Они, возможно, думают то, что, типа, Юрий лаханул там туда-сюда. Ну, блядь, я извиняюсь, пацаны, если, ну, я вдруг кому-то что-то помешал. Но если что, я потом им деньги дам, как бы, ну, в этом ничего такого нету. Просто поприкалываемся с них. Так, давайте. Я его обратно телепортировал. Они даже нихера не понимают просто. Возможно, они в Дискорде сидят. Хотя вряд ли. Вот этот Юрий Крид какой-то. Как Егор Крид, только Юрий Крид, короче. И вот Ангелина работает. У нее, правда, немножко лагает, но ничего страшного.
Я думаю, ничего страшного, нормально. Ну это смешно было, как я ее телепортировал, типа, ну. Они даже ничего не пишут, блин, так неинтересно. Я хотел услышать какие-то эмоции. Давайте его обратно сейчас телепортируем. Ай, блядь! А ну подождите. Можно будет и того чувака телепортировать тоже, позаебывать. Но я ничего такого плохого не делаю, типа, ну, я же им не мешаю работать. Даже если я мешаю, пацан, я им деньги дам, типа, ну, мне не сложно. Мне не сложно им деньги дать. Бля, айди того не успел посмотреть, сейчас бы крузак ты пахнул бы назад. Он бы, мне кажется, охуел бы. Бля, тебе нормально вообще телепортировать меня к ней? Это, он спалил то, что это я, что ли? Чувак, ну ты мозгами вообще не думаешь, да? Кто это делает, мне интересно? Может, он знает то, что это я, типа, делаю? Так, четвертый уровень. Да не, я думаю, он не знает, что я делаю. Как бы он сказал то, что это я, типа, делаю, но я не сказал то, что это я делаю. Короче, нормально все. Бля, сложно, конечно, где прикалываться, блин. Вроде и не хочется, знаете, обидеть человека. Ну, и вроде хочется, знаете, немножко посмеяться. Ну, немножко поднять настроение людям, игрокам. И вам, в принципе, зрителям.